Итак, конкурс Wild. Первая работа у нас выполнена для ZX Spectrum 16K даже. Называется Color Contention. Клавишами можно изменить цвета. Вот такой вот эффект. На бордюре изображение я вижу. Да, оно, кстати, смотри, насколько оно строк пикселей в ширину внизу? Три знакоместа, да? Ты имеешь в виду на бордюре? Да, на бордюре. Ну, где-то три знакоместа действительно. Или два. Нет, три. Три, наверное, три. Я считаю, очень здорово. Там клавиши можно цветами. Ну, я так понял, что это при старте. Нет, смотри, что-то сменилось. Действительно, при нажатии на цифровые клавиши да, цвета меняются. Да. Происходит что-то. О. Оп. Так. Что-то произошло. Он запущен. Так, значит, это была у нас первая работа. Валдема должно работать для голосования. Работа номер два, действительно. Ну, что-то она как-то поверх нарисовала того, что было. Что-то со скринзом. Скринзу башня съехала. Нет? Все нормально. Все. А что там, симулятор, а под этим какой-то... Так, ну ладно, давайте да. Переходим на Spectrum. Опа, SX файл не открывается тут у нас. Так, секундочку. Дайте-ка я попробую вывести что ли из эмулятора. Так, давайте подключим HDMI. Сейчас быстренько. Пропорциями очень. Звук есть? Ну, если ты направил вот это. А по этой работе есть звук вообще? Так. Как мы видим, здесь тоже используется режим гигаскрин, когда два экрана мерцают, чтобы добавить цветов. Бордюр имеется. И тоже рекламируется какое-то при нажатии изменения цветов. Так, это вот у нас была работа номер два. Сейчас я переключусь обратно.
Так, третья работа у нас называется «Слит». Ее нам прислал Frog из Realms of Illusion и один из основателей Enlight. Давайте похлопаем Frog'у. Спасибо за поддержку. Работа выполнена на очень интересной архитектуре. Это STM32L100RCT6 микросхема. Ну, судя по всему, это ядро, да, Cortex-M3. Вот, и выполнено 232 байта всего. Да, к сожалению, у меня нету именно вот этого STM-а, поэтому я скачал его эмулятор. И мы переключаемся на компо-машину, на которой я установил этот эмулятор. Так. Что-то... Как-то да, тут надо сейчас... Да, я сейчас все сделаю. Вот мой эмулятор, которым я пользуюсь в последнее время. Так. Вот это что надо убрать? Это... Есть звук? И вот эта работа, 232 байта, как мы видим, генерирует вот этот вот снег. Питерский, да, совершенно верно. Это... Санкт-Петербург передан максимально четко в 232 байта. Спасибо, Петр. Вот именно таким я его помню. Да, и великолепный осциллограф также используется в данной записи. Так, это была третья и последняя работа в конкурсе Wild Demo. Мне подсказывают, что голосование. Все три работы должны быть сейчас доступны для голосования. Нет, дальше двигаться.